Всем привет, дамы и господа, всем привет, с вами Пейдж, Лес Гейм, Кентавр и Хусейн, мы в новой игре. Всем привет. Чё, рассказывайте, чё за игра, кто знает? Ой, Dead Side, да, игрушка? Ну, я не знаю, я буду, наверное, плохим человеком, если упомяну другую игрушку, на что она похожа, да? Но все же... А ты говори как есть, Хусь, говори как есть. Похожа на DayZ, вышла она буквально когда, вчера, да, у нас... 2 часа ночи. И... Она не вышла еще, она еще это. Она сегодня вышла. Сегодня релизнулась, да, сегодня релиз. Нет, это еще не релиз, это еще вроде бета-тестирование. Да. Не то, что бета-тестирование, это ранний доступ, вот скажем так. Это ранний доступ игры. Доступ к игре люди получали уже где-то 3-4 дня назад, потому что там медиа, там это вот, YouTube, туда-сюда, давали ключи. Нам дали, как бы, вот все эти вот наши ключи, как бы, спасибо разработчикам, потому что нам все это вот дали для того, чтобы сделать такой краткий обзор по игре. Или хотя бы первый взгляд, то, что мы сейчас попытаемся сделать. И, так сказать, мы скажем все как есть. Что нравится, нравится, что не нравится, мы это будем говорить как есть, то есть напрямую, да, правильно? Ну... Руки идут все-таки от DayZ, все мы привыкли, все проекты от DayZ идут, потому что DayZ это классика, и, соответственно, уже скам, уже там другие, такое, это уже такое. Ну вот, мы будем сейчас идти лутаться, и, надеюсь, мы в этой серии успеем все-таки что-то построить, ну или хотя бы нормально пролутаемся. Безусловно, мы на PvP, нам придется убивать, поэтому, кто не любит жесть, вы иногда глаза закрываете, но слушайте нас. Да. Так, ребята, идите сюда, смотрите, вот здесь вот, вот забегайте, смотрите ящики. Да, здесь, да, торгаши. А меня выкинуло? Меня... Короче, был, короче, это вот вылет с сервера, короче, все сервера, короче, рестартанулись, и мы сейчас просто продолжаем дальше. Давайте дальше посмотрим, что тут есть. Это у нас зеленая зона. Смотри, разве молчите? Тени нет, а тень топора есть. У всех, у всех тени есть, я вижу у всех тени. Олег, это настройки, Олег. Это настройки, ты, походу, что-то там. А, наверное. Надо просто добавить. Покажем магазинчик, ребят. Ну, я переживаю, чтобы не было никакого перегруза. Перегруза в магазине. Смотрите, да. Нажимаем на карту. Это у нас зеленая зона, где якобы нас никто не может убить. Мы находимся внизу. Есть еще одна зеленая зона сверху. Зона. Мы вот тут находимся. И здесь, как я понимаю, торговцы. Эх, давненько баб не было в наших краях. Так, патроны. А ячейка. Так, погоди, а как тут торг? Патроны. Любое. Нифига себе, это что стоит? 1000 денег? 20 тысяч, ёлки-палки, коллиматор 20. Охренеть тут цены, кстати говоря. Подождите, с одного бота тогда упало 1500 на тест. Я видел, с одного бота 40 даже бывает падает. Я пропустил, маловато. Сколько вы там говорили? Я слышал, подстрелили тебя уже. Не, ну цены серьезные, сказал бы я вам. Так, тут еще и крафт есть. Тут можно еще и крафтить. Веревка, тряпка, это будет рюкзак. Нет, ты на торг. Так, ты также... на торг нажми, если хочешь торговать. Иди, а крафт ты... это можно везде делать. Ну да. Так, народ, куда мы сейчас двинемся? Кстати, если тут рестарт сервера был, может вещи все-таки появились на этой базе какие-то? Нет, все пусто. Такс. Вещички дорогие, я бы сказал. Тут бронежилеты, перчатки, да, короче, да. Вся амуниция. Какая может быть. Блин, тут столько ящиков, а они все реально пустые на этой базе. Может, пошли? Так, а у этого, значит, хавчик, да? Угу. А вы что, там прям все перелистали? Там, лайк, пошли дальше. Хабар. У тебя тоже говорили, да? Да. Бля, прикольно. Короче, здесь можно продавать все, да, наверное, ему. На эти деньги будем покупать. Такс, народ, давайте мы, наверное, пойдем по береговой. Там, наверное, есть какой-то городишко или завод, я вижу. С левой стороны прям, рядышком. И да, береговая. Посмотрим, что там хорошего. Метку прям по центре поставил. Не обращайте внимания, Кен говорит на рации, поэтому все хорошо. У меня просадка. Вы куда пошли? Ну, нам туда. Вы слышали, о чем я говорю? Поставьте метку на береговую. Да. 500... Блин, я серьезно, я по воде проседаю очень сильно. Надо воду найти, либо... А у всех так, хоть у меня 63 воды. У меня 49. У меня 74. Короче, стамину не добавили, но еда нормально уходит. К
Кстати, а как вот в игре меня слышно? Я сейчас в игру говорю, меня слышно? Ох ты, смотри, а ты отдаляешься, мы тебя не слышим. Так, в этом прикол. Да, попробуйте вы, попробую услышать. А, это ты же по рации, да? Олег, на микрофон, или Хусь? Слышно, да? Вы... Пейдж, на микрофон слышно. Игры, скажи что-нибудь. Какая кнопка? Но по стандарту F6 вроде было. Глупо, конечно, раз, что два, они сделали на F6. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, о, три. Прикольно. Олега слышно и там, потому что он меня без кнопки. Меня скажи слышно? Что-нибудь. Все, да, тебя слышно. Да, прикольно, тебя очень спасибо. Тихо мы, слышно наверное, почему-то. Мы, наверное, лучше на дискордовске будем говорить, чтобы нас никто не слышал. Да, 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 тут прямо RP прямо можно играть там. Самое главное сейчас не нарваться... Ой, давай все-таки в дискорде. Самое главное не нарваться на этот, на патруль. А то у нас только патруль один ствол. Патруль обычно по дорогам ходит, так что... Ну мы как бы вдоль дороги и бежим. Нет, Олег. Чё там у вас? А, у Пейдж, кстати, топор. Ну, защита хотя бы какая-то есть. И здесь, как я понимаю, выход из безопасной зоны. Да-да-да. Как говорится, нам трындец. А, значит, здесь в этих домах ни черта не будет. Да, безопасная зона, короче, ничего не дает, кроме магазинов. А лута, дай, лута ничего. Лута здесь нет вообще никакого. Надо выходить. Вылет. Опять. А-а-а. Приглашайте. А, есть? Есть. Принял? Нет. Зовите еще раз. А, пыч, наверное, нужно. Есть. Ой, я что-то не через ту кнопку говорю. Сейчас, секундочку, сейчас буду. Кен, да мы можем здесь приветствие стало сделать? Такс, это Пейдж. Я чуть Пейдж не убил. Ты стой да на ну, месте. Ребят, что вы паритесь? Все, погоди. Всё. Скажи сейчас, где ты появишься, и это посмотрим. Экипировать, короче, переложить в инвентарь. 80 хп выносит. Кулаком. Ножом. Зачем оружие? Ножом. А, ты ножом? Это ножом, нет? Да. Ты живодерка! Приложить. Блин, ножом! Да ты что, не слышал звук этот? Не слышал? Да, а как резать его штаны, кстати? Да, надо его выкинуть отдельно. Так, мне, короче, полтора километра, я сейчас побуду. Все, понял. Где ты, скажи, ты, где ты? Как раз мы к тебе пойдем. Где ты? У меня ничего близкого нету вообще. Я, короче, вниз карты. Если брать береговой, я чуть-чуть правее, чуть левее. Ну все, тогда давайте к береговому или к лазурному пойдем. Погодите, а почему мы его не видим? Подождите, вот смотрите. К лазурному. Не знаю. Давайте. Сейчас в дом забегаем, и мне как... Короче, вылет это частое явление, потому что игра все-таки в раннем доступе, они очень жестко сейчас работают над ней. Прям слишком. Дайте ее. Вылетаем пусто? Постоянно. Так, значит... Так, тихо. Я забрал. Так, а ну-ка не машите, Пейдж, убери нож с этого. Или кто здесь? Я Пусть не могу нож. Увидеть просто, я у меня нож в руках или не в руках. Вот не пока. А. Да, непонятно. Ну, да, просто не машите, да, не машите руками. А то опять кого-то. Так, по дорогам. Опа, я патрулирую. Народ, тут дома. Да тоже все, есть еще. Все. Ну хочешь для эпика, можешь, конечно. С патрулем по это вот порамсать. Да, поговорить. А порамсить. Чем? Ножиком, что ли? Типа, короче, дью, патруль там человек 5, наверное. Так, да, ничего не делай. Так. О, у дроба, ждала. Патронами? Да. У меня какая-то пукалка средневековая. Средневековая. Пукалка средневековая, это дроба, наверное. Зря я через дорогу перешел. А у меня пистолетик какой-то. ИЗХ. Что это за пистолет? ИЗХ. ИЗХ, это типа как ИЖ, знаешь? Ну он на Макарова похож. На Макаров и есть. Ага. Пейдж, покажи свою пукалку. Средневековую. Ну так у тебя такая же, у нее этот... Штанички, смущай. Как его называют? Двухстволк. Но. Ты главное возьми, заряди его и сейчас с ним бегай. Только он на ближнюю дистанцию, тебе надо если с кем-то стрелять. Ух ты, джинсы на 4 слота, прикинь. Да, бацай.
Всем привет, Элос. Элос пишет, всем привет. Давайте ответим, типа. А, помните, вы говорили о чем? Когда ты видишь штаны внизу на земле, ты их не можешь облутать. Появилась возможность облутать штаны без выкидывания вещей из них. Ну, а. Вещи, которые были на земле, мы должны были одеть их, чтобы взять лут. Сейчас такого нет, сейчас можно увидеть вещи в них. Так это надо говорить, потому что этого не было и добавили сейчас прям. Они еще много будут добавлять и... Блин, у меня... Частые вылеты прям конкретные, так, так что это... Вот я сейчас бегаю, рад... У меня охотничий жилет есть. Твою мать! Убили! Блин, это береговой, это у нас что? Это же случайно не это? Ать, твою мать. Не военная база, а? Да, может быть. Блин, как мне сейчас прилетели. Интересная пукалка, которая, походу, авто... Которая блин, что? Там есть название, скажи, пожалуйста, название. Тебе а мне нормально, пистолет мой. Покажи только. У меня он тоже. Скорб. Скорб — это УЗИшка. Кому отдать? Да, это УЗИшка. А, у тебя и древние есть, и УЗИшка. У тебя ничего нет? Могу тебя взять. У меня пистолет есть, все нормально. Чего это? Все путем. Жить буду. Я, кстати, в машине нашла. Да, в машинах тоже есть, я заметил. Ёлки-палки, здесь люди живут. Здесь живут. Че нахер? Короче, чтобы люди понимали, что тут творится, Олег просто от нас немножко отдалился, он умер, и поэтому мы его не видим, но слышим. Отдалился, помогли ему отдалиться. А вы все заутали, нет? Нет, меня выкинули. Вылет. Да, короче, вот такие его дела. Вылеты, короче, через вылет, это вообще нереально в нее играть пока что. Не знаю почему. Ой-ой-ой, тут у нас речка такая интересная. Но, по крайней мере, у нас сейчас есть день. И здесь хотя бы что-то можно так осмотреть. Потому что игра на самом деле красивая. И очень хорошие такие прям пейзажи, прям выше крыши. На что похоже, я не могу сказать. И если кто-то скажет, что на Miss Survival, ну, по крайней мере, потому что я снимаю эту игру, да, совсем не то. На Rust? А, нет. А, может, элемент строительства как бы подскажет вам, что как бы она похожа на Rust, но это нифига, блин. На DayZ, как бы, да, она похожа, но все же я бы, опять же, не сказал. То есть, менюшка похожа на DayZ, а этот, как его, ну, инвентарь, типа, все это вот, да, похоже на DayZ. И очень сильно, прям очень сильно похоже на скам, все, что я сейчас вижу. Но, дело в другом. Дело в том, что в скаме очень много показателей, которых тебе нужно поддержать. То есть, жизнь, там, калории, там, всякая хрень такая вот, да. Но здесь такого нет, здесь немножко упрощенная система всего этого выживания. Здесь нужно только пить, кушать и... что там еще? Да и все. И еще большая проблема. Пить, кушать ты можешь достать вроде бы как пока что мы видели. Это только лутаясь, лутая разные вещи. А разные вещи это означает, ну, магазинчики там, всякая вот такая вот ерунда. Не магазинчики, блин, дома. И дело в том, что мы сейчас бежим, блин, к моим этим тиммейтам. Мы уже столько раз уже пытались себя найти. Друг друга... Там люди? Нет, друг друга как бы найти, да? Что вылеты эти вот, они все портят, реально портят. Нас выкинуло из игры уже разов, мне кажется, 4 или 5. И мы вот все пытаемся это все записать. Потому что игра вроде новая, все ее снимают, все хотят это показать. Такая крутая игра, блин. Не, игра базар нет, как бы она вроде более-менее такая хорошая, оптимизирована, кстати, это самое главное. У меня в разных местах были 140 FPS, а в других местах, ну вот сейчас, к примеру, вот здесь у меня 92-93 FPS. Но это немало. Это немало для игры в раннем доступе. Это довольно немало. Где я сейчас? Я сейчас нахожусь в Боре. Наши друзья, с кем мы сейчас играем в Боре, были. Они были в Боре. И давайте глянем, пропустили ли они здесь что-то. Есть ли здесь... Твою же мать. Как они могли пройти через Бор? Вот он, Бор, я нахожусь здесь, да? И пропустить такую красотку. Это же немыслимо.
А ну давайте включим их в Дискорде, посмотрим, что они там говорят. Так. Блин, так бы могли... Послушаем, подслушаем, короче, их. Там его рядом точно нет? Кого-то слышу. Вы в Боре сейчас или где? Нет, мы в землянке. В Боре кто? Говорите сразу, я стреляю. Никого. Of course I'm seriously. Ты где? Ты What do you mean? Там на вышке может что-то будет. Потишь. Yes, of course. Твою мать! Собака, меня убили! А я тут... Да, весело. Меня убили, будучи с этой пушкой, блин, с ножом, короче, пока прицелишься. Жесть. Возродился. О. Твою же медь, блин, чё я так далеко, блин? Платава какая-то. Ёлки зелёные. Ноф разные. Да, меня убили. Меня убили, я опять в какой-то жопе сейчас. Да. Там в Боре чувак был. И ножиком меня зарезал. Ножиком. Ножиком. Говоришь, я стрелять буду сейчас, и он тебя ножиком зарезал. Ну да, он меня ножиком, я в него не попал. Чё поделаешь? Так, ТТ-шка, а чё не берется? Где ТТ-шка лучше? Бери все. Потом продать можно. Те же самые штаны, что ли? Да. Пошли справа, дом. Пойдем. Пойдем справа, пойдем слева. Контрол. А чё, блин, я в него не попал? Хрен его знает. Надо было, походу, прицелиться. Он еще ржал, блин. Иди пешочком. Говнюк. Контрол. Сейчас добежим до своих. Так, разбираем. Так, по дороге к... Блин, тут опять чуваки какие-то есть. Стреляются, что-то делают. Ну, я что-то интересно попробую рядышком побежать. Фейдж, иди сюда, пистолет бери быстрее. Он же меня не видит, да? Не видит, пошли за ним. Сейчас порежем его. Не знаю, кто он. Увидим, может... Видим, ну да. Может, у него прикол какая-то была? У него, стой. У этого, то есть. Блин, зажигалка. Чё нет? Пошли. Так, тут надо по большей части слушать. Да. Ну тут это вот непонятно, да. Как-то. Вообще шагов не слышно почему-то. Свои шаги я слышу. Слышишь. А вот чужие. Не, если прислушаться, слышишь. Там дом есть, облутаешь его второй. Давай вместе. У меня вроде кто-то есть. Зачем рисковать? А вы заметили, что Official все-таки сервак держится? Не падает. А, ну да, пока. Сколько мы уже заходили? Раз 5 или 6, наверное. Блин, а в этот дом нельзя зайти, да, получается, или что? Опа, ящик. Да ладно! Че там? Иди сюда ко мне. Пейдж. Так, посмотри, ящик. Ну ты ладно, хвастайся давай. Да там, короче, этот ружье. Прям охотничья. 94 патрона. Ого. Немало. А нам долго еще, да? Оу. Ну а что ты не забрал? Побежали. Ты заберешь. Так. Нам 4. На какую меня кнопку выбросить? Боря. Олег. Мышкой. Мыши выбрось. Или просто перетащи в левый угол. Полностью в левый экран. Он вообще не берется. Ну тогда выброси правой кнопкой, Олег. Правой кнопкой выброси. I have nothing. Вот жму, смотри, правой кнопкой. Олень. Меня убили в Боре. Давай кустами, зачем по дороге? Отлично. А я хочу... Давайте в руки. Чё говоришь? Блин. Чё тут? Пистолет. Бали. Хочешь? Никак, абсолютно никак. В задницу пойди. Возродиться. А не знаю, какой лучше. А как выбрать очки репутации 0 бесплатно? Сейчас опять в какой-то жопе возродимся, да? У меня еще 2 свободных лота осталось. Отлично. Вообще идеально. Жесть. Оружие в руках. Еще одно оружие было на спине.
То есть неплохо так облутан. Да, так что бежим, короче. Вот такая вот фигня. Мы пытаемся, короче, встретиться, пытаемся, да, у меня лута как бы никакого нет, никуда как бы не захожу, не лутаюсь, да, вот мы сейчас будем встречаться в степное, они бегут с бора, я бегу отсюда и бегу в степное, что такое? А, это моя точка, моя смерть, походу, да. И не лутаясь, пытаюсь дойти до наших тиммейтов, вот таким образом у нас получается весь геймплей, блин. К сожалению, тебя убивают, потому что у тебя ни хрена нет, а у меня микрофон был, кстати, включен. И чё? И чё? Да и ничего. То есть нужно реально заходить в каждый городочек, пока ты бежишь. Не то, что как бы, типа, давайте сначала встретимся. Нет, это не вариант. Надо, походу, лутаться. Или реально сразу встретиться сначала, а потом уже идти лутаться. Хрен его знает, как правильнее будет. Так, чё у нас тут открыть? В смысле заперто? Беги вперед, он тебя сам толкнул. Я и увидел. Попрот? Вы деретесь? И... Ой, я не там говорил. Я базу чуть-чуть нашел, кстати. Прикольно. База уже строит. Да, но маленькая, но есть. Прикольно. Маленькая база, но есть. Ну, давайте еще немножко пробежать. У нас в секторе тяжелая миссия. Написано, завершена миссия. Кто там что делал? Никто ничего не делал. Там кто-то... Значит, кто-то другой завершил, да? Так, степное. Да чё ты застреваешь в кустах, блин? Давай, бежи. Беги, то есть. Так, я в степном вроде бы как. В степном? Тут уже начинаются города. Да, да. Материалы. Медицина. Прайд? Чё, прикалываешься? Ну, окей. Медицина. Так, вот. Блин, это охренеть, блин. Тебя убивают на каждом шагу, ё-моё. Так, я тут уже крафчу. Найдешь какой-нибудь прицел, оставь, пожалуйста. Потому что у меня снайперка, у меня прицел нужен. Масло нахрен надо мне сейчас бы. Какая-то стреляющая хрень. Мококосу, модификейшн, чё он там? Бля, пусто. Тали. Лутали здесь уже. Пейдж, дома идем? Нет, мы забираем кента, идем потом по дома. Так, я просто спросил. Я просто ответила. Да ты так ответила, типа, нет! Типа. Командным голосом уже. Мама, можно погулять? Нет, уроки сделать, потом гулять идешь, понял? Машины, говорят, тоже можно лутать. А кент разве не в тех домах, нет? Или это уже другое что-то? Я от центральной точки этого 152 метра от центральной точки этого, как его, города. Короче, ты прошел рельсы, да? А, я в левой стороне степного, кстати. Тут почему-то тоже дома, я думаю, это тоже степное. В левой стороне... Все, я говорю, в дома идем, не идем. Ну, я не знаю, ты тут, нет? У тебя рельсы есть? Нет. Карты. Тогда давайте прям на точку степного, прям там и встретимся, да? Давай, да. Да, давайте так. Ну вы говорили, иди лутайся, я пошел лутаться, просто тут дома были. Где вход? Ну вот мы прям подходим 70 метров к точке и сейчас встретимся. Сейчас встретимся, кто? А то еще километр, но меня опять кто-то убьет, блин. Кстати, база, да. Бля. Не база. Не, база. Я на эту базу видел. А. А, дайте выйти. Выйду. Оружия нет, иду к своим. Мы на точке. Да, я бегу. Бежим. Оружие что-то у вас есть, а то я пока до вас бежал безоружным. Меня уже три раза убили. У меня есть пистолет лишний. Даже в принципе два. Как присаживаться? Что... Стоп! Бежит по дороге, кто-то назад. Вправо, в сторону базы. Только меня не убивать, если это я. Ты по дороге бежал сейчас? А у меня тут УАЗик рядышком, я прям вроде него. Нет, мы в деревьях, в кустах. Смотри. И... А! Так я уже на точке. Вот она, 30 метров. 11 метров. Я вижу, по дороге. Ты бежишь? Да, так я же говорю, там УАЗик был рядышком. Ну смотри, ты нас видишь?
Нихера себе вы спрятались. Вижу. Спрятались, блин. Я здрасте. Теперь буду бежать, я бегу с ружьем. Да. Так, оделись что, неплохо, идет, кстати. Стойте, машите руками. Кидайте приглашение. А что ты не приглашаешь? Так, F5. Пусть, делись. Держи. А это говорит, не я. Что за патрон? Ой, у меня еще пистолет один есть, на. 12.70. Нету. Ну, мало. Сейчас скажу. То есть это я буду только пугать тогда? Но у него есть два патрона. А патроны есть 12.70 у тебя? Так они же заряжены, у тебя вроде 2 из 2. Я знаю, да. Все, больше нет, у меня тоже нет. А у Пейдж патроны? У Пейдж патроны только пистолет есть. Но у меня есть, смотри, вот у меня все патроны. Не, эти не подходят, не кидают, не подходят. Ой, я выкинула. Можешь их забрать, эти не... А пистолет ты не выкинула. Ты только патроны выкинула. Он что, багнулся еще? Вот он, под тобой, отойди. Вас не вы... В табе я его не вижу, когда нажимаю таб. Да, сейчас фриз был такой. Пейдж, не видно. А ты хоть себе оставила, молодец. Что? Да, ты его выкинул, но его не видно. Не надо кидать. Пошли. Хусь, как его... Олег, ты где? Да, хусь. У меня 300 метров до вас. Все, ждем. Если вы идете, например, если нас встретят, то идите в сторону здесь? Черного А, идет, то ковой. Уходим. Так, от конвоя уходите. Да. Конвой? А, это боты, да? Ну, боты, да. Так у нас же патроны есть. У них... Не, ну хочешь, давай. Их лутать можно. У меня два патрона, только что хочешь. У всех есть два патроны. Да. Только аккуратно. Пошли. Пойдем. Я может сейчас дать. Пейдж, давай, у тебя тоже ствол есть. Минус. Ой, я слышу. Минус, есть. Троих убили. Еще есть. А, троих убили? Патронов нет уже. Слева один. Ой! Патронов ноль. Так, я где возник? У меня патронов нет. В ту сторону пошли. Слева, Кен, говорю, уж еще один. Убегаю. Так, нечем стрелять-то. Пейдж, есть у тебя что-то? Да. А я его сняла. А вы где? Упал, да? Я тут отлично. Возле УАЗика, вы где? А, так ты же выстрелы не слышал возле УАЗика? Слышал, мы рядом. Блин, ниже, чуть ниже. Стороны. Еще кто-то, а. А что у них все пусто? Вот у них это что-то кто? Есть? Это я. Вот это я прыгаю. Ага. Я прыгаю. Да, все. Мы... Берите его в команду. Я у него взяла ружье, но нет патронов. Какие патроны? А, какие? Все, окей. А, надо 12.70. Мне тоже 12.70 надо. То же самое ружье, да. 12.70, вот, ребят, смотрите. И вот чувак 12.70, у него защитная вот маскировка. Нажми на куртку и ага, из понял. Патроны вывалю. 5.56 есть? Все, 12.70 есть. 5.45 есть. 5.56 надо. А, 5.56, 45, да? Блин, я не сняла, как я 5.45 только. Я тоже не снял, я был на паузе. А я снял 3 трупа, когда упало. Такое. Ну, я не успел. У кого есть 5.56, 45? 7.62 могу дать. Могу 9.18 дать. Два слота. 7.62 у меня есть. Это сюда? Это нахер я надо? Я не знаю, только кому их. Вода. У меня нет. Ребят, после это. Того, как я разобрала одежду, 12.70 лежат патроны. Давай, беру. Вы а тебе надо 12.70? У тебя там есть 12.70? Тогда не бери, я беру их. У меня как раз такая пушка. Бери. Олег, еще раз скажи. Когда на эту нажимаете, там нажимаете, шмотки. Могут лежать вещи и деньги. Я вот с одного поднял тупку чем-то. Сигареты кому нужны? А тут еще одна просто, пушка, вот по мне нужна? А подожди. Вот смотрите, нажмите просто. Ой, кто убил меня? Да я случайно. Случайно. Я очень случайно, у меня палец упал на мышку, бля. Твою мать. Такого я не ожидал. Это как было в клубе, я помню. Ну, облутываете его с Олегом, пойдем встречать. Ой, ты где вообще появился или появишься?
Ой, фу, у меня сердце. Так, надо убирать, походу, пушку с рук. Палец, говорит, упал. Все убрал. Ай, в полной серьезе, палец упал на мышку, блин. Да хорошо. А, блин, взять так, чтобы все вместилось. Так, конечно, я просто Олег пускай одевает. Ты не сможешь одежду. Я в солнечном, народ. Олег, посмотри, если у него одежда лучше или кент. Да лучше у меня одежда, у меня 4 слота везде. Забирайте. У меня тоже. Бетон забирайте, обменять можете. Так, забирай тогда одежду. Не, у меня одежда плохая, у тебя ли какая? А другую разбираем. Могут патроны выставить. Так, я лучше уберу от греха подальше пушку. Я поменять ее не могу почему-то. Только сейчас, секунду. Мне надо, надо свою сначала выбросить, свою снять. А я выкидываю, ага, с это. С патронами почему-то вот выбраться. Так, ну, кстати. Говорил мне всегда отец, бойся не врагов, а бойся друзей. Смотри, я разобрала, выпали все твои патроны. Ага. О. Тут ИШ, пистолет остался. Че, вы его не взяли? Я не видела, где. Вот у трупа. Так, а у меня пистолет, кстати, два есть, если кому нужен. О, Кент, одежда хорошая, 4 слота, забирай. Я взял. Так это Хусейна, нет? 4 слота, забирайте. Или другая? Где 4 слота, здесь? Да. Сейчас оденусь. И штаны, джинсовые. И куртка. Ага. А что снимешь, тебя разбирай. А мама, так это 4, но у меня тоже 4. Так, это у меня. Кент, глянь на мою спину. Сейчас, секунду. Так, прям хочется, чтобы это были мечи. Погоди, я уберу, а то со мной опасно. Че глянуть? А, нифига себе. Да, если бы мечи было бы вообще круто. Фух. Две двустволки, блин. Олег, ты взял одежду у Хусейна? Только у меня патронов на них. Я больше ничего не могу взять, у меня потому что это вот. Возьми мне штаны на 4 слота, потому что у меня тоже на 4, и мне не надо. Ну, у меня тоже на 4. Тогда разбирайте. Вы уже разбирали, разбирайте ее. Вы мне скажите, у меня не получается выбросить нож. Ни правой кнопкой, мышкой. Ни левой кнопкой. Вытяни никак. Его мышкой в полный левый не или правый экран. Не вытягивается он у меня. Вот. А где, где он стоит? Не вытягивается, ни вот я даже ружье четверых не убил! Четверых убил! Да. Четверых убил! Сейчас? Молодец. Чем? Молодец. Молодец. Чем убил? Сейчас он там походу еще, еще дерется. Ножом. А они чем мне были? Бы а? Они были с двух... Ага. Мне бы здесь помощь нужна, блин. Так, давайте, народ, давайте. Я к понимаю, нему что вы не придете. Я в солнечном, а, говоришь. В Платаву, короче, давайте двигаться. Ну, здесь как раз сумка до есть. Солнечной. Вы идете? Так, перезарядись. Да, давай. Я лутаюсь, как всегда. А вроде все взяли, вроде. Нет, вы не разбираете. Когда разбираешь, падают еще патроны. Я еще ну патроны да, набрал. А-а-а. Так, сейчас тогда надо научиться. Так, блин, разорвать. Много. Блин, как же так взять, чтобы все взять, а? Тряпка. Ну ты бери самое необходимое. Ты когда разбираешь, выбираешь, ну смотришь еще и раз. И тряпки землю, выпадают, да. И тряпки вместе с тряпками и все остальное. Ладно. Все, побежали всех в это, как его, вырубили и вырезали. Так, Хусь, до этого города, типа, который между нами, полтора километра почти. У меня сердце колотится, я понял. Пошлите базу глянем. Какую, где? Так, у меня винтовка, эту у меня, давай. Похоже, к ней патронов нету. Так, я в руках пушку держать не буду, короче, на всякий случай, все-таки. Короче, мне ножом сейчас легче было, чем я подобрал оружие. Вот то же самое у меня было. Я был с пушкой, с винтовкой. Меня убил парень с ножа, блин. Ну если замашистый удар наносит 80 урона, то конечно. Да пипец, ага. Ну два удара ножом и все. И если у тебя на тебе ничего нету, то все, дрова. Дайте выйду. Там уже пусто. Водку не знаю, брать не брать, я ее взял, потому что место вроде есть. Водку надо это сразу тряпки фигачи ее на тряпку еще.
А кстати, а захилиться как? Просто берешь этот на быстрый слот, берешь бинт и нажимаешь левую кнопку мыши, он кихи. А берешь бинт? А как сделать бинт из тряпок? На быстрый, Г делишь. Г делишь, разбираешь на тряпки, у тебя получается бинт. Бинт вы берете в быстрый доступ, ставите на слот. Потом слот берете, нажимаете, у вас появляется в руках бинт. Потом левой кнопкой мыши зажимаете, у вас идет хилка. Он перематывает. Я тряпку звукой сделал. Да, подожди, лежит тряпка. Из тряпки можно сделать бинт? Нет, это и есть тряпка, это и есть бинт. Да, тряпка это и есть. Аспиртованная. Я сделал по-другому. Перематываешь с ним. Берешь его. Возьмите все в себя. Нажимаете на крафт, и будет видно крафт. О. Нет, вам надо эту тряпку перенести на слот. На слот быстрый. Куда на короче, все там, отлично. В крафте все делается. Не надо ничего. Все делается сразу. Я сделал тоже в крафте сейчас и тряпку на слот поставил. А потом уже переносите на быстрый слот, уже готовый продукт. И мышку держишь и хилишься, да, Гусь? Да. Блин. Вот я еще не хилился, но... Так, налево, только я не поняла. У меня везде опять тряпка осталась, а это пропало. Кент, а в какой вы город идете? А ты посмотри. Мы идем в Платаву. Ты это, наведи мышек и прочитай. Там, если будет, то спиртовая будет на повязке написана. А че вы Платаву? А, ну ты же, она между нами. Я просто иду. Да, может быть и на земле. Земля. 1270? О. Это так было. Ну, тут единственное, что Хусейн остался лежать. И чем опять выходить из группы? Опять мы должны встретить? Так что ли получается? Не понял. Вы у меня показываете, все нормально. Ну да, он у нас лежит на земле. У меня, по крайней мере. Ну, показывает. Нам главное сейчас не выходить не надо. Встретиться надо, и все. Потом уже выйдем и перезайдем еще раз. Ой. Зато Хусь, у тебя там экшен получился, четырех зарезал. Убил, когда вот это сердце... Троих. А, троих. Сердце застучало. Тоже неожиданно, они выходят двое на ногу. Но они в меня стреляли через окошко. Не, у меня сердце чуть не остановилось, когда я просто лутал человека, а мне в жбан прилетел, выстрел, и потом... Ой, палец со спины! Помнишь арк? Какой арк? Когда я тебе гранаты кинул. Гранаты я убил. Да. Свой же. Считай, я тебя отомстил. Я помню, ты отомстил мне в пабге. Помнишь, когда мы с тобой один дом пошли лутать? Когда я запрыгнул в окно, ты через дверь зашел. Ой, я пере... Ага, помню. А я вышел из города. Вы идете? Я это дальше по дороге. Я уже в этом нахожусь. Да он подальше от нас, Хусь, мы пока бежим. А пока бежим. Пушечку все-таки надо держать на... Я не туда бегу. Кстати... Вы по дороге идете, Кен. А, да, кстати, я машину хочу. Это спиртовая, как его, заспиртованная тряпка хилит неплохо. С 28 до 44. Ну да, где-то так. Давайте захилюсь. Нет. Хилюсь. Так, с водой, а мне водичку, наверное, попить. Есть банка, сколько у тебя воды? А подобрали мою вот эту вот штуку? Сейчас посмотрим. По снайперку. Однозарядную. Я не знаю. Это. У меня двухснарядная. Выпил я, так короче. Так что, с меня никто ничего не подобрал? Я нет, они же выбирали. А кто, а чё, блин, никто кто-то не подобрал? Кто-то с Хусейна вот... пушки взял какие-то? Я взял только винтовку. Такую винтовку, значит, Олег взял. Сейчас глянем. Да. Которая 5.56, да? Да, хоть да, такая, вижу. Она, этот, охотничья. Это ну, самая, блин, ее нереально. У меня патронов столько нету, единственное. Давай тогда, если не по дороге, тогда по лесам. Да я уже... Как там, друзья, в комментариях, отомстить или не отомстить? Упасть ли пальцу, типа, на курок, да? Да. Видали, как я залутался? Ляньте меня. Ну что тебе, винтовку дать, что ли, тебе? Да, ему. Да, мне все равно. На. У меня патронов нет. Спасибо. Какие патроны нужны, скажи? Если кому-то надо... 5.56... Нету. Есть 5.45, есть 7.62. Есть тоже 7.62, есть 9.18. Все, пошлите надо туда, в солнечное. Let's go. Ну, они, наверное, придут и залутаются обратно, но потом... Там люди были, да? Четверо все. Да, они туда придут опять. Да, нету бинтов ни у кого. Тряпки лишь... были у... Тряпки были, но дайте, я бинты да потратила сейчас. Ну, у меня самогон есть. 25. Как разделить? У меня 40... 40 на тебе, хп. На.
На это. Так, 15 тряпка где-то лечит. Спиртовая. Как мне разделить? Так, вот. Так, 2, 3. 3. О. Так, раз. Не вижу. Погодите, у меня тряпок обычных много. Не, давай, у меня готовые. Так, Хусь спрашивает про тряпки. Как раз это, скажешь, сколько она лечит. Смотри, у меня 40 хп, есть? Я юзаю ее. Одну только. 40 хп? И смотри. Да, да, да. Оно постепенно восстанавливает. Ну да. Ну сейчас скажу. А с самогоном сделай ее, Хусь, погоди, она больше восстановит, она, мне кажется. Она с самогоном у меня уже готова. А, уже? Блин, я 99 избил ее. Ладно, да, народ, давайте бегите куда там хотите, потому что туда не вариант бежать, они уже придут и заберут. Нет, туда не надо, они ребят, туда прибегут. У меня параметр воды желтый, 42. На воде у меня спрайт есть, у меня я есть. Я вот сейчас выпил, в принципе, мне... А ты где? Иди сюда, поближе. Пепси восстановила где-то 50, у меня было Пейдж, 40, я тут... где-то 45 восстановил. У меня 15 вот эта тряпка восполняет. Кто мне дал? Вы нормальную тряпку дал или со спиртом? Да-да, со спиртом. 15 хп восполняет. Ну неплохо, это прикольно. Тряпка. Взяла банку? Да. Да, спасибо. Ты выпила в глаз. Нормально. Выпила в глаз. Залила себе спрайт в глаз. Ага, пополняет. Серваки еще будут делаться и делаться, наверное. Так постоянно будет выбивать их. Короче, Кент, выгодно, ты меня убил. Да, залутался, видишь, патрончики нашел. А Adidas надел. Ты его в конце видео убьешь. Да. Не. Да можем, только надо. На перекур сходи. Пусты. Конечно. А приседать на Z. Друзья мои, давайте мы здесь закончим вот этот вот беспредел, потому что мы еле-еле-еле собрались записывать. Хрен поймешь, как мы там 15 минут пытались, нас выкидывало. Да, пришлось нам друг друга искать и не раз, но... Все равно мы выжили. Значит так, слушайте меня, слышите? Лайки ставите, у меня, комментарии Хусь, пишите. У меня, погоди, палец тяжелее, так что аккуратнее. Я не уверен. А у меня две винтовки, да? Ну, у меня и этот есть. И тот есть. Смотри, какая у него сумочка-то. Ну, я говорю, гляньте. Грабим быстрее. Все деньги на стол, давай. У кого есть? Я так и не нашел этот рюкзак. Ну ладно. А... У меня есть жилет этого охотника, который у Олега тоже есть, тоже неплохая штука. У меня тоже жилет. Сейчас будет эпично, если нас всех тут завалят по одному. Пока мы тут заканчиваем, да? Ваше мнение про игру? Ой, пока сыровато, играть можно, но ждем. Ну, играть будем. А вы смотрите сами, ставьте лайки и... Пишите комментарии, чем больше, тем, как говорится, тем быстрее, тем больше. Это говорит Лесгейм. Я все пытаюсь вас выловить, кто говорит, чтобы люди понимали, кто говорит и кого показывать. Ага. Все, Пейдж, ты не молчи. Ну что, даже я кого-то убила. Да. Ну минимум, сколько там, 1-2 человека убила. Даже я всех спасла. Вылечила, да? Нет, я же застрелила того третьего. Ой, кто? Это Хуся. Я, все нормально. Ясно. Ну, под конец пульку как бы можно это давай, в воздух. Давайте давай. Все, что у вас? Возьмите ваши пушечки. Ну, что-нибудь. Что, вверх только стрелять? Правда, сюда прибегу. Давайте не вверх, давайте вниз, чтобы было видно всех, а то вверх, когда поднимаешь. Не, вниз, сейчас отрикошетит, я еще не знаю, как тут работает. Давайте. Пожалуйста. Вниз? Насчет вниз? Ты... Давай. Блин, ну поближе, народ, я хочу всех увидеть, все должны только себя видеть. Нет, тогда давай вверх. Все выстрелы. Между раз, нами. Раз, два. Два. Три. Как-то глухо как-то звуки пошли. Давайте вверх. А теперь вверх, смотри. Раз. Сейчас, погоди, перезарядка. Стой. Два. Еще раз. 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 Два. Два. Три. Три. Нормально, пойдет. Даже как говорится, было видно. Если... Вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Если даже не понравилось, ставьте по-любому пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Пишите наши ошибки, пишите, что можно улучшить, как можно играть получше. Чем мы тут провинились, что у нас не получилось, что можно сделать получше. А мы с вами прощаемся. Всем а удачи. Если будет 1000 у меня на канале, то я разыграю эту игру. Да, ну или так. Все ссылочки в описании, все мы снимаем, поэтому ссылочки наших каналов будут в описании у всех. Так что подписывайтесь. Всем пока.